КВЧ-терапия. Лечение с помощью КВЧ-терапии производится аппаратом, генерирующим волны миллиметрового диапазона крайне высокой частоты, КВЧ. Аппарат называется «Биомаяк-В». Принцип действия очень хорошо отражен на картинке. Рисунок 1. Волновая характеристика больного язвы желудка. Провал на графике образуется из-за воздействия патогенных бактерий хеликобактер. Рисунок 2. С помощью аппарата «Биомаяк» можно определить частоту провального пика на графике и генерировать такую частоту в миллиметровые волны КВЧ-диапазона. Рисунок 3. После воздействия на больного аппаратом «Биомаяк» волны просто складываются. КВЧ-терапия не лечит болезнь, а уничтожает ее причину. Поэтому на критические замечания, мол, как же аппараты КВЧ могут лечить и глаз, и сердце, и пятку, ответ читайте выше. Аппараты не лечат эти болезни, а нормализуют клетки вашего организма, заставляя их работать оптимально, вследствие чего ваши органы становятся здоровыми. Ссылки на сайт, где приведены конкретные примеры, находятся под видео. Если есть что сказать, напишите комментарий внизу. В результате КВЧ воздействия нормализуется иммунный статус организма, улучшается картина крови, повышается антиоксидантный статус, происходит местное восстановление тканей, идет более быстрое заживление язв, эрозий, ран. Рецидивы хронических болезней становятся реже и слабее. Кроме того, организм становится более устойчивым и к другим заболеваниям. Главное действие при этом – скачкообразное возрастание иммунитета. Поэтому биомаяк очень хорошо применять в случаях, когда организм сильно ослаблен. Долгое хроническое заболевание, весенняя усталость, ВИЧ и СПИД. Об исследовании действия миллиметровых волн на кровь ВИЧ-позитивных людей с помощью аппарата КВЧ-терапии смотрите следующее видео. Заодно подписывайтесь на канал Medical Advice, и следующее видео попадет к вам без задержки.